Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Мы с вами возвращаемся в The Evil Within. Итак, у нас здесь идет погоня за чеканутым фотографом, чеканутым художником. Так, и мы идем по его следам. Я так думаю, что сейчас мы должны скоро встретиться уже с какой-нибудь его обскурой или еще с какой-нибудь чудовищной херью. Правильно? И уже должны ее завалить. Будем. Тихо. Опа. Мы вернулись туда, откуда начинали. Помните это место? И самый первый... Иди сюда. Я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. А куда сюда-то? Полное поглощение ее сил. Подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Ну охереть. Нет уж, это вряд ли. А, то есть не пойдем, да? Так, здесь вот у нас тетка какая-то орала, стучалась. Так, а кто сидит? Офигеть. Опа, картины, смотрите, появляются прям по ходу. Смотрите, сейчас здесь так. Хоп-хоп-хоп, нет? Да, во, реально. А кто это? Тут телефон, да-да-да. Так, ну он нас ведет прямо по одному маршруту. О, там что-то есть, погоди. Это мы возьмем. Что это? Блин, большая аптечка, ну офигеть. Ну, все нормально у нас со здоровьем, да? Аптечек нам не надо. Мы вообще молодцы. Ну охереть, давай-давай-давай. Ворота открываются. Двери открываются, и мы с вами сейчас заходим в какую-то... Ну? Давай, покажи, на что способен. В смысле? Сейчас кто-то сюда придет? Здесь, смотрите, постамент для его шедевра. Себастьян Кастелланос. Ха! Вышибай дверь. Блин, да вышибай ты ее. Хватит беготни. Хватит игр. Да ты его не можешь завалить. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Опа-на. Твоя смерть станет шедевром. Опа-на. Погоди, погоди. Осталось только подписать его. Тихо, попал. А что делать-то? Подожди, я не понимаю механику. Тихо. Да твою мать. Да. Да ёпта. Зараза. Что делать, что делать, что делать? Пока в механику не врубаюсь. Возможно, надо от него оторваться. Ну, я так понимаю, что пускать его нельзя к себе. Ага. Убегу. Опа. Будет очень больно. Попал. Ты еще об этом пожалеешь. Ага. Не уверен. Где он? Отличный снимок. Твою мать. Что это? В другой раз может не повезти. Иди. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Стоять нельзя. Рядом. Давай, 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 давай. Будет очень больно. Попал. Ага. Не подпускаем его к себе. Ага. Промазал. От меня не убежишь. Тихо. Хорошо. Молодца. Что это? Ножик лежал. А можно ножик подобрать? Тихо, тихо, тихо. Хорошо, мы его немножко подранили. Я надеюсь, что мы делаем все правильно. В плане вот этого нанесения дамага по чуть-чуть. Хорошо. Стефана, блин, а? Да это ты мне начал надоедать, чувак. Давай по-нормальному сдохнешь. Тихо, 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 тихо.
Не-не-не. Я так понимаю... Я так понимаю, что под эту камеру нельзя попадать, иначе мы замрем. И он нас просто завалит. Ага. Ца! Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. Хорошо. У меня урон у пистолета почти максимальный. Апель. Сам ты апель. Дубель. Давай, появись. Ха! Блин. Мразота, вот так вот, попал. Тихо-тихо-тихо, не заряжайся. Так, сейчас он идет за нами, дальше у нас будет фаза метания ножа. Давай-давай-давай. Хорошо. Ты уже начал надоедать мне. А ты начал надоедать с одними и теми же фразами. Врубаешься? Меня не убежишь. Твою мать! Попался, а? Хорошо. Все, хватит с меня. Сейчас ты... А, ну конечно. Без своего дружка не можешь, да? Я тебя мокрого места не оставлю. Капец. Тихо. Блин, эта мразь разрушает преграды. А, она... Я сам с тобой разберусь. Хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, он встал пошустрее. Хорошо. Нет смысла бегать. Тихо, где ты? Патронов мало. Ой! Собака. От меня не спрячешься. Дай свою кровь. Чё за взрывы? Воу-воу-воу-воу, нифига. Стой. Ага, к этим штукам подходить нельзя, я понял. Нифига ты! Шустрый, мразота. На! Ты за это заплатишь! Тихо-тихо-тихо, хиляй. Сейчас ты умрешь! Твою мать! Тихо. Хватит метаться! Обыватель! От меня не спрячешь! Твою мать, он запутывает. Смотрите, он сейчас... Где-то появится и... Ага. Хорошо. Сейчас еще раз метнет. Дай свою кровь. Хорошо. Правда, слишком далеко. Так, этот... Ага, я понял. Патрончики! Тихо-тихо, нормально. Ага. Ну, твоя же кракозябра не смогла. Ну-ка, давай иди сюда. Тихо, опа. Ох ты, второй удар сделал. Ты еще продержишься? Да долго. Нет смысла бегать. Где ты там? Композиция. Не попал. От блин, эти... Не спрячешь. Я понял. Дай свою кровь. Ага. Хорошо. Хорошо. Следим. Ага. Отлично. На. Обыватель. Тихо. Опа. Схватить меня хотел, а? Черт. Ты что творишь? На тебе в глаз. Ты за это заплатил. Давай свою игрушку подключай. Нет? Нет. Тихо. Нет. Твою мать. Попался, а? Дурак. Обидно, попался очень по-тупому. Хотел ему всадить побыстрее, но он меня уже начинает доставать на самом деле. Ага. Так. Твою мать, попал. Зараза. Так, это все, он уже начал бегать. Тихо. Где он? Ага, я понял. Ух ты. Вот это... А как оценивать, как он бьет? Он, блин, справа по диагонали. Капец.
Так, один патрон остался. Тихо. Давай-ка возьмем дробовичок. Давай. На нафиг. Нормально. Ну-ка. Вырубайся. О, смотрите. Реально. Так погоди, если мы его завалили, если этого мерзкого типа больше здесь не будет, так все будет нормально, правильно? Он же тут всем рулил. Я ведь столько еще не успел. О, бедная творческая душа. Ты уничтожил мое наследие. Это не все. Посмотри, ты сделал шедевр из меня самого. Это явно еще не все. Надо запечатлеть. Сфотографируй меня, пожалуйста. Камеры нет. Куда она делась? Ну? Сейчас должно что-то произойти. Потому что это не может быть концом игры. Ну? Еще успею. Вот. Сделать. Я бы на самом деле на месте. Снимок. На месте Себасти? Лили! Не бойся, солнышко. Это я. Папа. Нет, ты не он. Папа умер. Да, это психологичка говорила, да, она поверит. Теперь она от нас убегать будет, да? Ну офигеть, блин. Малыш, тебе так сказали, но это неправда. А что ты таким голосом прошу говоришь? Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Он говорит нереально, вот как не надо говорить. Опа-на. Воу-воу-воу-воу-воу. Мадама, вы кто? Ух ты. А ты ничего такая. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Мира? Убирайся. Ты ее не получишь. Чего? Это супруга его? Да ладно. Ух, из огня да в поломя сразу. Сейчас с этой дурой будем махаться. А, ты любишь тентакли, я понял. Дурак. А что ты собирался делать, когда туда это сиганул? Ну, он подбежал к краю, что он хотел туда делать? Кричать? Надо было ли прыгать, а упал. Ну ладно. Опа-на. Мы в своем кабинете появились. Почему? Мира? Ну? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о мире. Ой, капец. Ну давай, звони ей. Узнавай, чё к чему. Но я могу замолчать, если ты меня впустишь. Чё? Чёрт. Всё, связи нет. Опа-на. То есть, фотограф было не самой плохой темой, да, здесь? Глава 9. Новое зло. Новое зло. Неплохо. Даже прям название для серии уже есть. Вышибай дверь. Да вышиб ты ее. А, подожди. Стой. Большой красный крест. Вот это искусство.
Класс. Так, этот мертв, этот мертв. Этого мы нашли, эту мы нашли. А, эти трое живы, да, нормально. Они в убежищах сидят. Все хорошо. 3 из 5. Неплохо. Так, а что за свечки? Романтический ужин, что ли, Мира? Эй! Так, проектор применить нельзя. Я так понимаю, это мы не дома. Что это? Где зеркало? Так. Кукла. Это еще что за демонюги огненные? Вот чувак тебя колбасит, а? Где это я? Капец. И что это за Hellblade Senua началась? Мы попали в Хель. Реально ад какой-то. Так, это что, это болт? Болт, хорошо. Болтов подкопим. У нас болты копятся, потом, когда будет максимальный запас, будем это реализовывать. Ой. А чем вы тут занимались? Ты, видимо, пытался порошка выпить, да? Ну и дурак. Могилки. Могилки-фигилки. Так, алтарь. Чё за огненные демоны? Они меня на самом деле пугают. Я не хочу против этих огненных демонов бороться. Это дичь. Так, все, все вроде. Блин, ку-у-у, эти статуи. Ладно, хрен-то с ними, с этими статуями. Я же говорю, у нас и так все есть в достатке. Так, оружие-то у нас хотя бы есть. Перезаряди. С пистолетом беда. Один патрон. В этом обойма. Капец, один патрон. Я охренею просто. Воу-воу-воу. Добро пожаловать, искатель. Ты пришел за ответом. И я тебе помогу. Ну охренеть. Вот началось опять. Кто? Кто? Кто это был? Ну да, я-то хрен знает, что ты у меня спрашиваешь. Я так же, как это, я хереваю просто. Он вещал тебе в голову прям? Так, подожди. Патроны. Отлично. Это для дробовика. Нам, по идее, туда надо идти, а поэтому мы свернем сюда сейчас. Посмотрим, что здесь есть. Бом! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Капец. Я не понимаю, куда идти по сюжету, а где можно полутаться просто. Так, я вижу трупика, и скорее всего он встанет. Туда можно проползти. Еще один. Сейчас что-нибудь нас тут напугает. Патроны хорошо. Давай, перезаряжай быстрей. Это нам пригодится. 6 патронов. Сейчас станут. Ну не просто же так здесь комната с лутом. Мы не можем безнаказанно здесь лутаться. Или можем? Окей, значит можем. Давай вот так вот, молодец. Так. Тут у нас пыточная. Кишочки. Черт. Похоже, их сожгли живьем. Нифига. Ну, здесь все на огне, короче, механика вся будет, я так понимаю, на пожарах, на сжиганиях. Орудие пыток. Средневековье какое-то. А ты не видишь, что это орудие пыток средневековое так используется? Че ты, вон это... Железная... Дама. Iron Maiden. Кто там орет? Ты Мира? Куда-то мы, короче, с вами не сходили, ну и ладно. Я не знаю, запутанные уровни какие-то. Она. А тут что? И куда? Фу, опа, жижа. Блин, опять... А, шприц мы можем потом... Ой-ой-ой, подожди.
Ебака ты! Да нахер ты в голову-то не попал, а? Давай, добивай. Да-да! На F-топтание, охереть. Минус здоровья. Я, блин, имел тебя просто... Ну, капец. Ну, это дичь. Ну, это дичь полная. Не хочу я большую аптеку взять. Давай. Вот это вот. Ой. Зеркала нету. Домой нам пока не сгонять. Топтать на F. Я офигею. А почему же все взаимодействия на Е тогда у тебя? На F вообще ничего. На V фонарик. Мы просто как-то не сталкивались с тем, что они падают. Поэтому не топтали. Их один раз, по-моему, было. Давай. Вот так вот. Правильно. Вышибай к херам. Здесь система автозакрытия дверей. Все нормально. Какие-то кресты непонятные. Ой. Где мы? Алло. Есть тут кто-нибудь вообще? О, слышу. Есть. Вон там сейчас будем играть в прятки. Класс. Два ящика и нифига. Сейчас будем в прятки играть. И куда идти? Вот налево, направо, прямо. Я хз. Давайте сюда. Ты молишься? Да что ты нож-то достал? Мы не сможем до него добраться. Так, эти механизмы почему-то не хотят открывать двери. Видимо, кнопка где-то в другом месте. Но мы зато знаем, что сюда выползет один чувак. Хорошо. Ага, вот этот механизм. Так. Ой-ой-ой! Твою ж налево, а? Спокойно. Давайте мы не будем тратить патроны на этих ущербанов. Да как? Тихо-тихо. Да вообще нахер оббежим это дело. Ну, он идет типа по следу. А не идет. Куда ты пойдешь? Он вообще крутится во все стороны. Он смотрит назад, в бок, вперед. А все? А все, успокоился. И как ты будешь ходить? Не видит. Туда побег. Давай. Сейчас развернется, падла. Отлично, хорошо. Вот это неплохо. Справились с задачей. Не потратили... Задача не потратить патроны. Так, ты вставать не будешь? Я надеюсь, что нет. Хотя у тебя глазки горят. Глазки горят, так что может и встать. Ага. Вижу. Так, еще одна тюрьма. Этот может стать. Этот может стать. Ух ты, как вас тут много. Здорово. Танцуешь или что? Уродец. Хорошо, бутылка.
Эта дверь открывается, ништяк. Что за... О, болты. Здесь кто-то отстреливался. Ну чё, давайте погнали. А, в смысле? Я думал, мы откроем, а он забрал зачем-то с собой рычаг. Что-то открыть, а вот что именно вам предстоит выяснить? Так я, кажется, знаю. Так, спокойненько. Присядь. Капец их там. Ну все, жопа чё. Сейчас будем пытаться максимально вырезать их так. Эта хмырь идет сюда. Бутылку бери. Далеко. Он далеко. Нам бы его как-то приманить. Хорошо. Услышь? Услышал. Отлично. Давай, давай, давай. Хорошо. Фу. Потихоньку отрабатываем методику устранения этих уродов. Так, а вы все у нас побежали... А, спокойно. У этого чувака, по-моему, какие-то головные боли прям лютые. Чувак, у тебя мигрень или что там? Так. Ну все, зато мы можем спокойненько полутаться здесь. Давай. Патрон для дробовика. А ты не заряжен. Еще один патрон дозабирай. Вот так. Отлично. Мне патрон для пистолета еще. Так, тихо, тихо. Ага, я понял. Ты у нас бегаешь... Еще один станет сейчас. Там, по-моему, бутылка. Да, встает. Бака. Спокуха. Спокуха. Сейчас разберемся. Так, давай, дружище. Давай, 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 давай. Так, 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 давай, давай, давай. Засек, что ли? Вот так вот. Обманули просто. Обманули тупого зомбаря. Ну-ка лежи, мразота. Блин, мне так не нравится, что у них глаза светятся, когда они даже трупы. Ну вот как так-то? Это вообще дичь. О, блин, а вот через это мне не пройти, наверное. Давай, давай. Ага, ага, ага. Ага. Да. Да твою мать, заткнись нахер, урод. Не получилось. Закрутился, падла. Ну а что делать? Так, сейчас можно спокойненько здесь походить. Бутылочка. Бутылочки я теперь люблю. Бутылочки это хорошо. Так, это что? Ай, блин. Так, здесь у вас, по идее, штуки две, два, двое-трое должно быть. Ага, вы решили... Ты хера дерзкий, блин. Так, те пока заняты двое, но они смотрят друг на друга, это херово. Блин, гранатку бы какую-нибудь, а? Вот гранатку было бы хорошо. Спокойно, дружище, ты куда? И туда, да? Давайте мы обойдем это дело. Здесь еще был. Здесь должен быть жирненький. О, твою мать! Тихо ты! Ты что? Ты что делаешь? Давай, топчи его нахер! Воу-воу-воу-воу-воу, подожди.
Тихо. Ага. Твою мать. Так, парни, что вам тут надо всем? Что вы ищете? Уходите. Тоже мне. Засек, падла. Это собака. На нахер. Да, блин, да почему ты стреляешь-то в тело, ну? Ёпта. Обнимашки, блин, ему хочется, а? Давай, еще один. Ну, иди сюда. Придется вас так захерачить. Ну. Ой! Ёпта, ну. Давай, топчи нахер. Вот так вот. Вот это я дал. Осечка из дробовика. Осечка в железную эту. Забор. Давай, ключ, хороша. Забирай, блин, что стоишь-то? Так, один ключик есть. Хорошо. Ну, я бы не сказал, что все идеально прошло. Но в целом лучше, чем я предполагал. Я думал, будет намного хуже. А чего вы этого сгорели? Вы типа... типа, это, курочку поджаренную, да, покушали? Нормально. Поджарочка неплохо. Блин, сейчас тут кто-нибудь станет тоже. Сейчас кто-нибудь станет нахер. Твою мать. Да ну не вопи. Пошел нахер. Так, подчиняться свободе, страница 1. В людской природе заложено стремление сопротивляться. Человек сопротивляется изменениям, предписаниям и своим желаниям. Но духовно-эмоциональная цена за такое сопротивление часто слишком высока. Вселенная слишком совершенна, слишком все в ней соразмерно и выстроено. Неужели кто-то может считать, что такое совершенство – результат хаотических изменений? Я предполагаю, что в основе всего лежит замысел, план для меня, для вас, для каждого человека на свете. Кто-то говорит, что есть причина для всего, другие называют это судьбой. Чем бы это ни было, горе тому, кто осмелится противостоять ему. Кому ему-то, блин? Это нам уже говорили, вот этот фотограф говорил, типа он, типа его, он. А кто он-то? Тут, короче, о, подсумок для чего? Блин, для арбалета, ну спасибо. Естественно, его кладут вот так вот на открытом месте. Его не надо искать, потому что тупые арбалеты, блин. Кто ими активно пользуется? Я не думаю, что многие активно прямо арбалетами пользуются. Так, ты можешь открыть дверь отсюда? Можешь, молодец. Это где? Это кто там? Это откуда? О, я понял. Ищет. Ищет, падла. За углом сидел. Сейчас, походу, придется отстрелить ему кое-что. Где он? Куда он делся-то? Ну тебя нахер. Давайте пойдем отсюда. Да вот, типа сюда нужно приделать ручку и крутить. Ну конечно, все логично. Так, крутить будешь? Блин, а если сейчас зомбарь выбежит? Давай. Он бежит, блин, тихо. Спокойно. Спокойно. Я типа спрятался, меня здесь нет. Твою мать, ты меня засек, что ли? Как ты меня засек? Да отвали ты нахер, блин, достали все. Буду с дробовика вас класть, блин, уродов таких. Вот ты серьезно достали, реально. Давай, теперь спокойненько можем крутить. Давай. Спокойненько крутим, ну, давай. Сейчас что-нибудь намутим, закрутим, давай. Три раза хватит или четвертый надо тебе еще? Четвертый надо, хорошо, а возможно и пятый даже. Да? О нет, пятого не надо. Хорошо, что у нас за сигнал там был? Мы вообще узнаем, что тут, что к чему, и куда мы идем, и зачем, и что это за место такое? Камера. Ой, тихо.
Он падла сидит. Мне шприц нужен. А, нет, не падла сидит. Под кроватью сгоревший. Чувак пытался под кроватью спрятаться. От огня, видимо. Но что-то не срослось. Отлично, нам сейчас дают пока спокойненько полутаться после этого всего безумия. Типа мы там потратились. И аптечек, и патронов. Ну, видимо, намек на это. Ну, с аптечками, да, беда, реально. Здоровья у нас мало. До этого у нас была серия прям идеальная по здоровью. А сейчас у нас как-то не очень. Так, давай. Давай. Из ящиков, я помню, еще зомбари иногда. Опа, вылезают. Это вообще дичь. Так, открываешь ящик, а там зомбарь такой сидит. Эй, ну привет. Тихо. Патрон для дробовика. Вон еще один сидит. Солдаты, по-моему, не встают. То есть солдатов здесь нету, этих зомбарей. Да? Или теперь будут? А, я понял. И поэтому двери заперты. Хорошо. Блин, лучше подсумок для пистолетов, конечно, дали. Ну или для дробовика хотя бы. Но это тоже нормально. Патрончики мы с вами тоже восстановили, нормально. Так, ну я на самом деле, ну вот окей, ну да. Ну. Что? Погоди. Эй, вы слышите меня? Слышу. Там мадемуазель какая-то. А чё тут охраны так много? Чё вы здесь и делаете? О! Мадама! Эй! Вы слышите меня? Слышу, давай. Погоди. Нет. Всё ещё здесь. Значит, это был не сон. Эй! Вы слышите меня? Пожалуйста, я знаю, что вы там! Я сделаю всё, что хотите, только прошу вас! Выпустите меня! Что он делает? Просто плачет? Или что-то происходит? А мы сейчас посмотрим, если есть трупик. Ну давай, ну, господи. Вот это обязательно? Окей. Я просто хочу домой. Хорошо, я тоже. Это обычное... Ага, я понял. Да твою же мать. Солдаты появились. Тихо ты, не маш, блин. Солдаты, зомби появились, только я начал об этом рассуждать. И они тут как тут. Так. Ну, я так понимаю, что ты и подохла, а может быть и нет. Так, через дверь можно выйти здесь? Ага, хрен наны. Патронов мало, здоровье лоу. И что-то все не очень хорошо. Ну, проехали. Этот коридорчик мы тоже прошли. Ага, классно. Классно ты говоришь про лестницу. Что происходит? Что происходит? Да хрен тебе, опять, блин, какой-то хмырь использует. Сначала это фотограф долбанный, теперь у нас вообще какой-то аутласт начался, блин. Ну, нормально. Зато сменили атмосферу. Лестницы у нас нет, так что мы здесь пока застрянем ненадолго. Ну а чё? Это же не я сломал ее, она сама сломалась. Так, ну там высоко, нам не забраться. Поехали. Ой, там темно. Тихо. В смысле? Я ничего не терял. А. Откуда вы все это знаете? О, вон он. Блин, бежать не могу. Да ты уже не привык. Блин, что ты... Ёпт.
Неплохо. Вот это нормально. Так, и мы сейчас... Ты не поверил своей жене. Ты отказывался видеть. Твоя дочь потерялась из-за тебя. Ты мог спасти ее. Ты отрицал. Ты ее не спас. У тебя есть ключ к облегчению страха. А я могу показать замок. Кто ты? Что тебе нужно? Че, все остались, да? Окей, погнали, че. Правда, сейчас я думаю, мы не добежим до дома. Или че он там? Блин, можно бежать, пожалуйста? Не избегай его. О. Это же... Ну? Лили. Вау-вау-вау. Епи-йоу, епи-ей. В смысле? Что случилось? А вот и огненные твари эти. Блин, тебе горячо, наверное, должно быть. Он тебя держит за горло. Так, что, мы сейчас не махаться будем или что? Не добрались. Воу. Нет, пожалуйста, не надо. Тихо, беги. Тихо. Твою мать. Пошли нахер, уроды. Отвали. Тихо, отвали от меня нахер. Я тебе бошку прострелю. Вот так вот, я же сказал. Обнимашки! Хер тебя! Тихо, спокойно. Ой-ой, тупик. Спокойно. Да нет! Да господи. Вы нифига не плохие. Вы, в смысле, не сложные. Ой, мимо. Патрон. Тихо! Ай-ай-ай-ай! Сейчас убьет! Сейчас дверь откроется из стены из кирпича, да? Хорошо. Здоровье вообще... А, восстанавливается потихоньку, отлично. Так, патрончики восполняем. Сколько с вас даются? 500 всего, да вы издеваетесь, что ли? О, аптека большая. Большая аптека, вот это хорошо, молодец. Вот так вот, отлично. Большая аптека, это хорошо. А это мы отсюда вышли, типа, да? Во, еще один. Еще 500. Блин, 600. Типа ты был посложнее, да? В тебя мы больше патронов потратили. Так, а третий где? Я собрал только с двух. Так, все, болтов на максимум. Я собрал только с двух, а с третьего где? Жижа там или что-нибудь? Вот, а нет. Нет, ничего. Окей. Так, я так понимаю, мы сейчас типа за... Стефано вышел из повиновения. Ага. Нифига себе, даже так. То есть он знал Стефана. Так Стефана про него же и говорил. Ну, вот серьезно, у героя как будто реально какая-то кратковременная память. Просто он нифига не помнит, что происходило, как кто что говорил. Вот это глюк. О, зеркало. Хорошо. Ну что ж, на этом мы, наверное, сегодня и остановимся и посмотрим, что это за новое зло такое. Пока он, ну, типа, хочет нам помочь. Но я не думаю, что. Тут какой-то добряк, дядечка, который нам помогает. Фиг знает, узнаем. Вот. С вами был Рос. На канале Midcore Show. Игра The Evil Within. У нас здесь наша база-то, кстати, все-таки видоизменена. И зеркало теперь в другом месте находится. А здесь алтарь почему-то чей-то. Класс. Да. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!